«Форум для тех, кто меняет мир». Так гласит лозунг крупнейшей молодежной площадки Приволжского федерального округа «Иволга-2.0». Форум прошел в Самарской области и собрал больше 2000 молодых людей из 74 субъектов России и 10 стран СНГ. Всего 10 тематических смен, посвященных науке, спорту, культуре и информационным технологиям. Но, пожалуй, самая главная составляющая мероприятия – это конкурс проектов. Ульяновская делегация подготовила 25 социально значимых проектов. 7 из них прошли федеральную защиту. Проекты самой разной направленности, все они социально значимые, начиная от патриотики, заканчивая социальным предпринимательством. Кроме того, есть проекты, которые уже реализуются на территории региона, но в последующем они будут уже реализовываться с помощью финансовой поддержки. Мы очень на это надеемся. По итогам форума два проекта получили гранты на общую сумму в 450 тысяч рублей. На развитие поискового движения Ульяновская область взяла грант от Росмолодежи по проекту «Живая память». Ребята из поискового отряда «Авангард» закупит на эти деньги новое оборудование. Второй проект-победитель называется «I Love MAF», посвящен вовлечению молодежи в формирование современного облика города Ульяновска. Мы привлечем к работе молодых специалистов, отраслевых дизайнеров, архитекторов, урбанистов и создадим с ними несколько малых архитектурных форм. Для этого выберем определенные территории, парки, скверы в городе Ульяновске и, соответственно, с айдентикой этих мест спроектируем и воссоздадим их в реальности. С работами ульяновцев ознакомился губернатор Сергей Морозов. Главе региона показали, как живут ребята на форуме. Кстати, в этом году в состав делегации вошли 2 человека с ограниченными возможностями здоровья. Для них, по словам организаторов, созданы все доступные условия, и ребята не чувствуют неудобств. Мы обеспечиваем безопасные комфортные условия, чтобы человек на коляске с нарушениями зрения, слуха, даже с ментальными формами мог быть встроен полностью в программу форума. Слушать спикеров, выигрывать гранты, ходить на дискотеки. На встрече с молодежью глава региона объявил 2020 год годом молодежи в Ульяновской области. До ноября 2019 года планируется составить план мероприятий, поэтому будет организован сбор инициатив и пожеланий от молодежи. Это значит огромные финансовые средства, это огромное внимание, огромные возможности, огромное количество мероприятий мы можем провести на территории нашей региона. Огромное количество интересных собеседников, как из России, так и из-за пределов России, мы пригласим сюда. Руководству региона удалось договориться о сотрудничестве с Российским союзом молодежи, который также включился в подготовку к году молодежи. Дарья Судрева, новости Улправды ТВ.